скорее всего, будем обсуждать серьезный вопрос по возобновлению механического сбора. То есть даже вот так вопрос стоит? Да, весной мы, наверное, повторим, и весной, и следующей осенью, раз его численность увеличивается, это дает хороший результат, и в материальном выражении это даже дает больший эффект экономии средств на дальнейшие защитные мероприятия. В данное время я не сторонник проводить опрыскивание, потому что препараты, которыми мы пользуемся, они контактно-кишечного действия. Контактное действие их будет работать, если он попадет на насекомого. А кишечное уже вряд ли, потому что он практически не питается. И вот вопрос, опять же, мы собираем хурму, и на хурме мы видим вот этих вот, значит, представителей, о ком мы сейчас говорим. Они не питаются, они ее не портят. Они сейчас не портят мандарин, несмотря на то, что вот слетают с деревьев. У них начинается диапауза. Они не приносят ущерб, они единственное, что просто вызывают отвращение и отрицательные эмоции, потому как находятся чуть от города отъедешь, они везде действительно вызывают отрицательные эмоции. А механический сбор — это в данное время самый актуальный и самый эффективный метод.